По ярмарке слонов водили. И это не розыгрыш, действительно. Массивные красавцы-слоны провели ревизию, так сказать, опробовали дары осени, выращенные аграриями региона и привезенные на осенний кермаш в Московский район. Слоны дали добро. Продукция качественная, можно смело зимовать с такими запасами. Да и сами москвичи от ноу-хау организаторов праздника, совместивших и торжество района, и ярмарку, в восторге. Радостно, радостно. Очень мы довольны этим, что привезли к нам. Мы купили готовое все. Спасибо, спасибо. Очень довольны, очень молодцы. И цены приемлемые, хорошие цены. Мы ездили в Калинковичи, покупали картофель там прям в колхозе по 3000. Он и здесь по 3. Мы думали, что оттуда привезут и будет дороже за транспортировку. Он и здесь по 3. Мы очень довольны. Отлично, весело, и все есть. И вообще, спасибо, конечно, что организовали такие это. В общем, на зиму мы запасемся. Мне тоже все понравилось. Здесь очень много овощей, все можно купить, доступные цены. Мне понравилось. Такие позитивные отзывы о мероприятии, а главное то количество людей, которые пришли на праздник родного района, показатель слаженности работы госаппарата Московской администрации. Специалисты всех отделов работают на совесть, а не для галочек в отчетах. Ведь как здорово наблюдать потом за тем, что происходит. Сегодня у нас и новое место проведения самой ярмарки. Это большая стоянка около администрации, в принципе, позволяет здесь находиться порядка 50 машин. И успех обеспечен и празднику Московского района, и ярмарке, потому что низкие цены, потому что замечательная погода, потому что замечательная культурная программа, которая идет. По сути дела, это маленький Октоберфест Московского района. Уверен, что этот формат себя оправдает, потому что невысокие цены, потому что замечательная погода, замечательная культурная программа. Уверен, что людям нашим понравится. Осенние ярмарки – одно из самых ярких и любимых мероприятий жителей области. Каждую неделю будут проходить выходной день в субботу 11, 18 и 25 октября на улице Гоголя, а также микрорайонах. Благодаря им берестейцы, не имеющие приусадебных участков, смогут сделать необходимые запасы на зиму, что немаловажно по доступным ценам. 18 октября в областном центре состоится расширенная ярмарка продажа. Помимо фермерских хозяйств, СПК, колхозов, широко будут представлены и предприятия перерабатывающей промышленности. Картофель, капуста, морковь и чеснок, грибы, фрукты, даже консервация. Все будет предоставлено покупателям в широком ассортименте и удовлетворит вкус самого придирчивого потребителя. Цены на порядок ниже, чем на рынках и в магазинах. Осенние ярмарки – заключительный аккорд уборочной страды года. Мероприятие, еще раз подтверждающее поговорку, что осенью соберешь, то зимой на столе найдешь.